Последние годы, они, жизнь и изменения последних лет, они привели к тому, что мы не можем уже себе представить без вот электроники, бытовой техники. Вот, я думаю, что вот это такие уже стали, ну, хоть мы их и называем необязательными тратами, вот, но есть ощущение, что они уже переходят в разряд обязательных трат. Ну, школьник уже, наверное, не может учиться без какого-то, там, не знаю, там, смартфона, компьютера, там, ну, то есть какого-то устройства с выходом в интернет, там, и способного делать какие-то типа математические вычисления, так скажем. То есть деваться некуда. Я думаю, что в современном мире уже деваться особо некуда, да.